Это гравюра Альбрехта Дюрера «Рыцарь, смерть и дьявол». Рыцарь скачет через лес, населенный нечистью, а смерть держит перед ним песочные часы, в которых истекают последние песчинки его жизни. И дата – 1513 год. А это год 2003. Минск. Белоруссия хоронит писателя Василя Быкова. Он встретил свой 79-й день рождения и через три дня умер. 22 июня. Письмо, помню, почтальон принес. Дома мы с никого не было, а мама уже на работу в колхоз ходили. А мама сама неграмотная была моя. Так я за этим письмом бегом дома убил. Ну, она же знала, что от Василя. Так прибегала домой, тогда же мы с батьком почитали. Ну, пишет, что не надеюсь, может, кто-нибудь живый. Йосю Дзяревне, отгукнитесь. Я воюю. Это самое. Ну, отгукнитесь, я не надеюсь, что Дзяревне, может, немцы гнали всех. Мы Дзяревне спалили. Но ли кто живый, может, получить это мое письмо. Отгукнитесь и напишите. Ну, а тогда у скорости это... Проходит эта похоронка. Гляжу, это трехкутники, это... Это казённые буквы, это не ягонный почерк, а напечатанные казённые. Мне сразу стукнуло в очи, в очах промежность темнело, что это уже это казённое плохое. Тогда я скоренько стала читать, аж написано. Ваш брат, сын и брата Быков, лейтенант Быков Василий Владимирович, погиб смертью храбрых. В таком-то месте на Украине, в Кировоградской области, и похоронен в деревне Северин, великое село Северинка Кировоградского района. Ай, мне уже стемнело в очах, ничего стаю, ничего не помню. Я так была испужалась и расстроилась. Ты кто? Добрый день, дорогие мои, отец, мать, Валя, Николка. Сегодня, 12 августа, получил ваше второе письмо. Другое получил. Вы беспокоились, получил извещение о моем похоронке. Все это чепуха и неправда. Как сами видите... Правда, был битый, но недобитый и отправлен в госпиталь на ремонт, а не похоронен, мой брат. Ранение было тяжелое на Украине, да. Тяжелое, но благополучно зажило. И сейчас все в порядке. Нога находится в хорошем состоянии. Ну, познакомимся. Я Портнов, следователь полиции. Моя фамилия вам ничего не скажет. А все-таки? Ну, Иванов, допустим. Не возражаю, пусть будет Иванов. Из какого отряда? Не надо этого. Я ничего не скажу. Вам придется.
обременить свою совесть. Теперь так или иначе придется. Выхода-то нет. Нет. Не предам. Не предам. Есть вещи поважнее собственной шкуры. Где они? Ну что это? Из чего он состоит? Это чушь. Мы же конечны. Со смертью для нас кончается все. Вся жизнь, мы сами. Весь мир. Не стоит. Во всех его произведениях именно смертью, готовностью к смерти, вот к такой смерти измеряются духовные качества его героя. Начиная там от третьей ракеты, начиная от Глечика в «Журавлином крике», ну, естественно, до Сотникова, вот Сотников и Рыбак, и Степанида, и Петрок. Вы смотрите, как у него, они все проверяются смертью. Знаете чего? Пример для потомков. Но героической смерти у вас тоже нет. Вы не умрете. Вы сдохнете, как предатель. Не выдашь ты. Ну, кто-нибудь другой выдаст. А спишем все на тебя. Ясно? Когда я позвонил давнему другу Василя Быкова, Геннадию Николаевичу Буравкину, чтобы договориться о съемках, он коротко ответил: «Приезжайте прямо сейчас. Завтра мне будут делать операцию на сердце». И жили мы в деревне, а потом, когда шла уже в 44-м году, вот, когда шла блокада, вот, там эти эсэсовцы, они там жгли все, вот нас вообще сжечь должны были. Загнали уже, все обложили, эту баньку соломой, но у них не оказалось там или бензина, или керосина, и они пошли за этим. Один немец, седой, взломал дверь, я помню, лицо я и теперь помню. Вот, это же эсэсовцы были, это непростые немцы. И он, значит, взломал дверь, ну и тогда переводчик не нужен, что там он кричал по-немецки. Махал руками, и мы выскочили. Я до сих пор помню лицо этого немца, высокий такой, седой, эсэсовец. И до сих пор я помню, как пахнет воздух, когда сожгли людей. Мама приводила нас с сестрой на то место, где сожгли с людьми школу. И вот я до сих пор помню запах. Это страшный запах. Практически смерть с ним шла рядом или впереди, или, как говорится, за спиной, и все время была во время войны. Он же туда почти мальчишкой пошел. Я некоторых из них помню. Хотя, конечно, вообще судьба их мне неизвестна. Я расстался с ними где-то осенью 44-го года, и потому не знаю, что случилось. Тем более, что в целом все эти люди старше меня. Я как раз был самый молодой командир. Мне тогда было каких-то 20 лет. А там, вот скажем, крайне слева, старшина Гончаренко. Ему было около 45 лет. Это бывший бухгалтер с Кировоградщины. Но он вряд ли дожил до этого времени.
И больше того, но некоторые молодые, может, и дожили. Более того, из тех, кто воевал на переднем крае, особенно в пехоте, может быть, все были готовы к тому, что где-то тут его очередь. При этом было довольно необычное ощущение. Когда погибал кто-то ближний, было такое чувство, подсознательное даже, где-то в подкорке, что тем самым он как бы отдаляет твою очередь этой своей смертью, что как будто война взяла дань с него или с другого, и таким образом твоя очередь отодвигается. Вы обнаружите в себе такое, оно в голову не приходило. Куда денется ваша непреклонность, фанатический блеск глаз? В них откроется и все вытеснит страх. Да-да. Страх потерять эту самую шкуру. И вы наконец-то станете самим собой. Простым человеческим ничтожеством, начиненным обыкновенным дерьмом. Из высоких слов и прочей вашей фанаберии. Вот так. Вот где истина. Цей твор друкувався у Полемі вже після публікації на русській мові у «Новому мірі». Это произведение печаталось в «Пламени» уже после публикации на русском языке в «Новом мире». И вот, не глядя на то, что в «Новом мире» все это прошло через цензуру, редакция «Пламени» рассматривала это просто как оригинальное произведение, которое только что поступило, ну и устроило просто шабаш антиобсуждения, где обвиняли автора, ну, во-первых, в его политических покушениях на строй, на советскую власть, сравнивали многие его мотивы с теми идеями, которые пропагандируют западные радиостанции, особенно «Радио Свободы», «Голос Америки». Ну и для меня это было больше всего страшно в том смысле, что это делалось руками, в данном случае уже не ЦК и не цензуры, а руками литераторов, моих товарищей, моих коллег. Может, даже неприятно не то, что его били, а то, что эта вся кампания отражалась на детях. На жене, ведь когда малышам его, так сказать, Сережа еще был, так сказать, небольшой, Вася вообще был маленький. И когда в школе говорили, что ваш отец, пособник Аденауэра, так и говорили, и что он служит врагам Родины, особенно после «Мертвым не болен». Ведь он же живой человек. Ему, конечно, это было и больно, и обидно, и горько, когда жену учительницу его, первую жену Надежду Андреевну, тоже, значит, директор школы и прочее, прорабатывали на тему, как ты живешь с таким человеком. Это было, но Василь никогда не озлоблялся по отношению ко всем и всему. Если говорить о литературе о войне, то она заглянула гораздо дальше, чем видела критика того времени. И вот критика, конечно, возмутилась, потому как она же не заглядывала в завтрашний день, она оперировала сегодняшним днем. А вот некоторые авторы посмели заглянуть, так сказать, вперед. И этот взгляд для критики был неожиданным, новым, наверное, непонятным и отчасти возмутительным. —
Эти свои рисунки Быков никому не показывал. И если бы не жена Ирина Михайловна, мы бы их тоже не увидели. Справка, форма номер 20. Адресат – Быков Василий Владимирович. По улице Олега Кошевого, дом 28, квартира 20. Выбыл по адресу улицы Танкистов, городское кладбище, могила номер 378/962. Эту справку Быков выписал себе сам за 43 года до смерти. Литература – это тот вид деятельности, где результат проявляется не сразу. То есть он может проявиться, так сказать, спустя большое время, может быть, после жизни автора. Таких примеров в литературе и в искусстве вообще сколько угодно. Так что в этом смысле мне повезло, поскольку все разрешилось, так сказать, все-таки. Период еще моего земного существования. Я помню, какой-то французский критик однажды написал, что после смерти Генриха Бёля в Европе остался один прозаик-классик – Василь Быков. Самое странное, что, видите, во Франции, в Европе это было само собой разумеющимся, а на родине у нас и еще кое-где – они никак не могли понять этого, смириться с этим, что да, Быков – великий писатель, да, у него есть позиция, да, у него есть своя философия, которая не совпадает то ли с линией Сталина, то ли с линией еще какого-то человека. Поэтому у Василя вот было это спокойное понимание внутренней своей правды и спокойная уверенность в том, что, как писал ему в открытке Александр Тришин Твардовский, «все менется, правда останется». В общем-то, правда в искусстве однозначна. Ее не может там быть слишком много. Или слишком мало. Слишком мало ее может быть. Ее может быть. Иногда может быть, и вообще она может там отсутствовать. Есть такие примеры, так сказать, в искусстве. А вот слишком много быть не может. Потому что как бы определение искусства не приближалось к правде, оно всегда будет недостаточным в этом воплощении правды жизни на экране или же в книге. Всегда этой правды будет недоставать. Просто потому, как жизнь всегда сложнее любого искусства. Принимаешь мое предложение? Да или нет? Не, вы меня вместе с ними. Да я-то думаю, что ты умный мужик, а ты идиот, чурбан. Захотел красиво умереть. Да и будешь висеть другими вместе, своими сообщниками. Хочешь, чтоб тебя там почитали, в листовках о тебя писали.
героя из тебя сделали. А я для тебя другую смерть придумал. Иди к тем, кто тебя посылал. Иди. Иди, иди домой. Иди. Скажите, вот вы говорите, были провокации, то есть каких-то людей, да, то есть да, его да. Пасли, да? Пасли, конечно, безусловно. Я всего не знаю, но то, что мне Василий, опять же, он был человеком очень сдержанным и думающим, и всегда думающим о других. Поэтому он только изредка, например, мне говорил вот о таких случаях, как в Гродно, с ним, так сказать, вдруг стал настойчиво близких отношений искать, значит, один не очень талантливый литератор. Вот, и он к нему действительно, Василь-то добрый был, он к нему, так сказать, отнесся со всей душой. Но тот потом, через какое-то время, признался ему, что сошелся он с ним по подсказке определенных органов. И определенные органы просили информации, но увидя близко Василя, увидя его, так сказать, сущность, тот... Человек решил Василю открыться. Слушай, надо что-то придумать. Подохнуть легче всего. Надо выкручиваться. Ничего не выйдет. Их надо поводить, как щуку на удочке. Перетянешь, порвешь, все пропало. Прикинуться. Смирно. Мне вон уж в полицию предложили. Чего так смотришь? Я же говорю, прикинуться. Я ж тоже не лыком шит. Да ты что? Мы же солдаты. Солдаты. Не лезь в дерьмо. Не отмоешься. Значит, я червей кормить. Так! Ну, все нормально. Все, достаточно, все. Вот, чуть-чуть вот сюда отойдите, да? Все, значит, можете зайти сейчас. Значит, вот на этой койке. Вот. Лежал Василий Демченко. И обычно вот так разговаривали, вот так. Я стоял у окна, он что-то разговаривал, там говорил. Это солнечная сторона, поэтому тут все было всегда светло было. И все процедуры делались здесь. Когда мы вот, бывшие фронтовики, думаем об этом, так даже иногда бывает удивительно, что судьба отмерила нам непомерно, так сказать, долгий век жизни на этой земле. Потому что во время войны, конечно, никто, ну, во всяком случае, из тех, кто был на переднем крае, ну, редко кто был, питал такую надежду дожить до конца войны. Было всегда большой проблемой дожить до вечера. Так вот, случилось так, что, видите, мы дожили до конца войны. Это уже был большой дар судьбы. И кроме того, еще дожили до пенсионного возраста. Это уже вообще роскошь непомерная. Вот. Особенно, когда вспомнить, сколько наших ровесников закончили свой путь 18, 19, 20 лет. И не увидели десятой доли того, что увидели мы. Даже так,
как теперь вспоминается, многие из них досыта не покушали в своей жизни. Жизнь была такова, а на войне тем более. Василий Владимирович позвонил мне 2 июня, это был понедельник, и сказал, что он хотел бы пройти обследование у нас в институте. Он, в общем-то, не успел даже закончить фразу. Я говорю, что Василий Владимирович, ради бога, приезжайте, вот немедленно я буду вас ждать. В пятницу он приехал ко мне утром. Я на крылечке встретил его. И первый вопрос, после того, как мы поздоровались, я спросил, Василий Владимирович, вы собираетесь куда-нибудь уезжать? И услышал абсолютно твердый, мгновенный ответ. Нет, все. Больше никуда не поеду. Я говорю, ну тогда давайте будем проходить обследование. Прошли обследование. Я за ручку поводил по всем кабинетам. И выяснилось, в общем-то, очень неприятная вещь. Печени у него практически нет. Вся она занята раковой опухолью. Было понятно, что жить ему осталось в самом лучшем случае, в оптимальном варианте, ну месяц, не больше. На первый взгляд это казалось странным, но примирившись с собственной смертью, Сотников на несколько коротких часов приобрел какую-то особую, почти абсолютную независимость от силы своих врагов. Теперь он мог полной мерой позволить себе такое, что в другое время затруднялось обстоятельствами, заботой о сохранении собственной жизни. Теперь он чувствовал в себе новую возможность, не подвластную уже ни врагам, ни обстоятельствам и никому в мире. Он ничего не боялся, и это давало ему определенное преимущество перед другими, равно как и перед собой прежним тоже. Как вам кажется, что он думал о смерти, как он к ней относился? Вы знаете что, я думаю, что он к смерти относился как к чему-то абсолютно неотвратимому и закономерному. И это будет либо сейчас, либо год позже, либо два позже, но все равно это будет. Даже сейчас, перед скорым концом, когда абсолютно ничто уже не обязывало его, ни долг, ни начальство, ни даже страх, пережитый множество раз, и начисто израсходованный его душой, что-то не давало ощутить освобождение, мешало. И ему очень захотелось как-нибудь добрести до отряда. Пусть бы свои ребята зарыли его в сухую землю, сказали над могилой добрые слова, которых немного слышал он в жизни. Хорошие слова, он бы услыхал их и из могилы. Когда я заходил, он говорит, ну, так кто еще ко мне придет сегодня? Потому что я контроль, я не всех пускал к нему. Вот я говорю, ну, вот там звонил Владимир Прокопович Некляев. Вот, ну, Некляева надо пускать, будем разговаривать там. И вот ситуация. У него день рождения. И с чем прийти к человеку, с каким подарком за 3 дня до смерти? Что ему принести? Часы золотые? Как все сразу становится на свои места? Я случайно совершенно на рынке, маршрутка отходила от рынка, и увидел Сунички, на земляника, на кустике. Я вспомнил, как мы с ним собирали землянику. Летом, солнце. Я у той бабушки купил букетик с красными ягодками и одну, совершенно случайно тоже там, охапка этих роз у продавщицы. Я как-то так не совсем удачно на порожек стал, тоже схватил просто вот одну розу и счел, что это знак. Вот прихожу я туда, вот с этой земляникой. И с этой розой. И что сказать теперь при встрече? Начал извиняться,
что вот, Василий Владимирович, я вот только вот цветок. Жена в палате, Ирина Михайловна. Я отдаю ей цветок, ему этот кустик, а он вдруг говорит: а что, Володя, в этой жизни есть и что в ней нужно человеку? Одна жизнь, одна смерть и один цветок. В этой смертности рода человеческого видится величайший демократизм бытия вообще, когда каждый из индивидуумов, так сказать, имеет одинаковые права и возможности. И тут уж, так сказать, нет никаких абсолютно возможностей для злоупотребления, скажем, используя власть там или богатство, положение. Все смертны. И это прекрасно. Ты меня нес. Нес. Но ты ведь выдал тех троих. Я никого не выдавал. Слышь, я никого не выдавал. Почему тебя не повесили вместе с остальными? Нас забрали на следующий же день утром. Ты... Коля? Коль, ты слышишь меня? Коль, ты что? Коля? Коля, что? И вот в какой-то момент он машинально берет этот букетик земляники с тумбочки, надкусывает ягоду, и вот она, как капелька крови. И в это время я произношу слово «Бог». И он такой застыл. Я говорю: знал, что ты скажешь это. Но если мне, кроме меня, в этой жизни никто не помог, то почему я должен думать, что при конце ее мне поможет Бог? Я, знаете, поторопел, потом, ну ладно, ты там неверующий, неверующий, но ты же на пороге, на всякий случай, ну я бы, да, ну, хотя бы перекрестился, ну, что помолился, так вот он порог, я же, не, ты, не, я не знаешь. В этот момент он говорит: а что ты меня уговариваешь? Смерти, Володя, просто нет. Мы были готовы до того, что мы загинем, коли не сегодня, так все завтра. Все мы были готовы, что погибнем, если не сегодня, так завтра, если не в этом месяце, так в будущих боях. И про конец войны, про то, что после войны, про это не хотелось даже думать, потому что это было за пределами нашего воображения. И первое такое хмельное ощущение жизни наступило в первый день победы, когда вдруг все это, этот огромный пресс, этот гнет, гнет смерти, под которым мы ходили много месяцев и лет, он вдруг исчез, и появилась гарантия жизни.
Но для молодых людей тогда это было величайшей наградой. Это было ни с чем не сравнимое ощущение именно этой надежды на жизнь. Я уже ухожу. Опять возникает нерешаемая задача. Что сказать на пороге? Будь здоров, Василий Владимирович. Банальности, говоришь. Ну, я говорю эти банальности. То вот мы с вами еще не раз. 18 числа после разговора с Некляевым, значит, я потом зашел к нему, вижу, он сильно устал после этого разговора. А на завтра, где будет день рождения, вот, я понял, что, ну, видимо, уже ограничивать поток посетителей смысла нет. Потому что жить ему оставалось где-то, ну, 4-5 дней максимум. Мы были у него, несколько друзей мы были у него практически за пару дней до его смерти. Вот он и умирал, как человек, умирал очень мужественно и очень спокойно, к тому же. Видно, все имеет свой смысл и свои законы. Человек не все может. Иногда он не может ровным счетом ничего. Погибли же эти люди, партизаны и патриоты. Чем он лучше их? В их смертный час он был вместе с ними и, наверное, уже потому заслужил такую же участь. Его вольная воля, может, то единственное, что в нем осталось, никому не подвластным. Все-таки он умрет по своему выбору. Пусть хотя бы это утешит его в горький час. Другого утешения себе он не находил. Утром в пятницу, когда мы собрались на консилиум, мы уже не ходили к нему. Вот мы собрались в ординаторской и долго думали, что делать. Ну и перевели мы его в реанимацию. И в субботу он начал уже потихонечку, как мы говорим, загружаться. В воскресенье утром вот он себя еще, в общем-то, ну, более-менее адекватно вел, отвечал, ну, разумно на вопросы, ответы, все остальное. Где-то к часу дня сознание начало путаться. Вот. В 2 часа он практически уже потерял сознание. И жизнедеятельность поддерживалась только за счет аппаратуры. Ну, как обычные реанимационные мероприятия, понимаете, вот 8 часов 10 минут. Сердце остановилось, до без 10:09 пытались завести, ничего не было, никакого эффекта. Вот, и вот, значит, 20 часов 50 минут была зафиксирована биологическая смерть. Помер 22-го. А тогда и разницы. Я еще спала. Пока речь виднела, але я уже некий сон тогда напал на меня, не спала долго. Часом еще 9. Чую, у двери гракает нехто ген коридор. Стук, так и стук у двери. А я спожалася, а сразу, як меня цюкнуло нечто. Думаю, нечто гадок грукает, нечто некое. А только дверь открыла, а сосед уже не хатва, это же тот раз улицу. Правда, он тоже все лето раптовно померла, той мужчина.
мне открывает двери. Кажется, Василь помер. А я еще стала. Импета, какой Василь? Какой брат твой? Ай, мамочка. Я сказала, як стояла вот так об землю, стала бить кулаками об землю. Извините, я забыл. Перед самым уходом он все-таки попросил. Володя, я тебя прошу только про то, как еще это было. Як мага тишей. Как можно тише. То есть вот эта физическая часть смерти, как можно тише. Межа была, соседа, огород там был. Тут как раз межа была. А это тут садок. Садок вот был. Тут и груши стояли. Дулина якая хорошая такая, сладкая. А там дальше вот яблоня, наверное, горькая. Родился тут, в этой хате. Так еще мне мама, помню, рассказывала, что хотя так тяжко ходила зим. А тогда, как стал уже джаться Василий, а так еще только бабка тут жила, дедуха. Старенькая была, так помогала мне вообще, так помогала этим родихам. Так вот, кабинета бабка, так Василь бы чуть-чуть и родила его. Так тяжко рожался, голова даже какая-то большая такая была. Так все, я помню, мама рассказывала это. Вот тут дровцы лежали как раз вот в конце, под окнами, в конце хаты. Дровы складал батька. Ну вот тут, а тут был... А тут был заборчик, небольшенький плетень. Вот так вот. Коли стены, так на дворе плетень был, так вот. А тут сюда двери выходили, вот тут к двери мы ходили. Помню, а таки ганок был. Ганка не была, а таки камень широкий, так лежал вместо. Крыльца тут, ну, ганка. И тут двери были, мы ходили. А там забор вот так вот стоял. Такие из этой сплетены. Ну, из этой. Как вот плятут такие тоночки. Тоночки. А тут была в этом конце такая хата нежилая. Сюда концом стояла. Ей батька складал, ну, разные на складку там. Все, что надо было.